Итак, ребята, сегодня мы с Брайсом вместе Брукхейвен, и после нового обновления мы собираемся ограбить абсолютно весь Брукхейвен. Новое помещение в банке, старое помещение в банке, все магазины, все дома, абсолютно все, что только возможно. Поэтому мы сейчас с Брайсом переодеваемся в грабителей, поэтому вот, смотрите, мы с Брайсом одинаковые кофточки одеваем. Я сейчас закрываю лицо. Ну что там, Брайс, я не знаю. Так, но мы сейчас начинаем, я думаю, мы начнем с ограбления нового помещения в банке, потому что там есть алмазы, биткоины, короче, есть абсолютно все. Нам нужно ограбить по-быстрому, нам нужно ограбить все магазины, все дома, сейфы, короче, просто все-все-все. Что я сейчас беру, то, что мне нужно? Мне нужно обязательно взять бомбу, также мне нужно обязательно взять топор. Для ограбления домов нужен спальный мешок, поэтому все, я вооружилась, и Влад тоже вооружился. Кстати, он, ладно, он не на того человека похож, о котором я думаю. Ладно, мы сейчас отправляемся для начала в банк, вот в это новое именно помещение, которое нам добавили. Мы должны ограбить все бриллианты, абсолютно все. И после этого, конечно, я думаю, что Владу стоит пойти грабить вверх, а мне стоит пойти грабить низ. После Брайс ко мне сможет присоединиться, поэтому пусть Брайс берет эту карточку и отправляется, а я отправляюсь вниз. Я думаю, так будет гораздо быстрее. Так, мы уже здесь. Теперь мы с этой карточкой проходим вот сюда, и здесь у нас первая проблема. Нам нужно сейчас вот это затрудняет наше ограбление, если честно. Ладно, давайте для начала ограбим сначала другие помещения, и после уже будем беспокоиться об этом. Вот об этом мини-обби. Итак, сейчас у нас вывалится ключик. Все, он вывалился, мы его забираем. И с этим ключиком мы, конечно, проходим в это помещение. Мы должны ограбить, мне кажется, Брайс уже ограбил банк, хотя когда он ограбит, должно прийти оповещение, но я не знаю, если честно, чем он там занимается. Он должен был ограбить старое хранилище банка. Мы сейчас берем еще раз повторно бомбу, все, и забираем отсюда биткоины. Все, после того, как мы забрали все биткоины, смотрите, у нас сейчас будет оповещение, но нас это не должно волновать. Я не помню, сюда с ключиком или с карточкой, с карточкой. Проходим дальше. Давайте, наверное, пройдем в первую, вот в эту все-таки, пройдем этот обби. Да блин! Да почему? Когда мне надо? Короче, ладно, пофигу, идем в это помещение. Я сегодня очень долго вожусь. Нам нужно открыть вот эту дверь. Итак, начинаем сейчас топором колотить вот эту штуку. Она колотится супер долго, поэтому я сейчас потрачу на это много времени. Надеюсь, Брайс сейчас уже вернется и ограбит то, что нам нужно. Но оповещение о том, что Брайс ограбил верхний этот, еще вообще не приходило. Либо я его не видела. Поэтому я не знаю. Но может быть, он уже ограбил, и может быть, у него уже там есть деньги. Я не знаю, эта штука вообще не открывается. Я не понимаю, почему. Почему она не открывается? Так, давайте попробуем еще раз. Я не знаю, я уже открывала таким способом, но оно не открывается. Я не понимаю, что делать, почему эта штука не открывается. Как сделать так, чтобы это открыть, иначе я не смогу украсть алмазы. Блин, ребята, вы понимаете то, что я проваливаю задание, я не могу открыть алмазы. О, отлично, банк был открыт. Походу, сейчас банк, короче, банк уже был ограблен. Смотрите, банк закрылся, он, короче, уже был ограблен, и он закрыт снова. Я не знаю, ребята, он просто не открывается, я не понимаю, почему. Как эту штуку открыть, я не знаю. Оно открывалось, я не понимаю, в чем проблема, в чем твоя проблема. Хорошо, может быть, оно открывается после какого-то определенного ограбления, то есть, если я ограблю уже все предыдущие, давайте, наверное, попробуем вот так. Я не знаю, что сегодня со мной происходит, но мне кажется, весь план просто выходит из-под контроля. Все, наконец-то, я добралась сюда и смогу украсть золото. Теперь мы взрываем все, и, конечно, мы забираем как можно скорее золото. Мы это сделали. Теперь уже можно так, в общем, нарушить. Мы заходим обратно. Я не знаю вообще, где брать. Может, его там уже повязали, может, там уже в тюрьме. Я, если честно, ребят, не знаю, но я пробую последнюю попытку ограбить вот эту штуку. И все, я считаю, что если сейчас не получится, то тогда нужно забить на алмазы и нужно бежать дальше, грабить остальные дома. Надеюсь, что сейчас у меня получится ограбить этот вонючий банк. Это просто супер долго. Я не знаю, но не получается. Я не понимаю, почему. Почему не получается? Я не знаю. У меня... Смотрите, Брайс там стоит, ждет. Он ограбил. Он ограбил верхний банк. Все нормально. Он стоит, ждет, но я не могу. Ура! Сломалось! Сломалось! Да! Мы открыли. Ребята, быстрее, как можно скорее нужно быстренько сейчас закидывать, забирать алмазики и убегать. Все, быстрее убегаем, пока дверь не закрылась. Все, отлично, выходим. Ребята, я это сделала. В общем, эта дверь открывается только после того, как мы ограбили все предыдущие помещения. Все. Теперь мы заходим, и теперь можно
можно подниматься дальше. В общем, мы с Брайсом все ограбили. И почему мы здесь? Почему? Как это так? Брайс там, а я здесь. Можно? Почему? В смысле, я не могу? Это вообще какой-то прикол. Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Поехали. Ура, я вышла. Все, все, мы садимся. Это наш автомобиль? Да, это наш автомобиль. Теперь мы едем грабить магазин. Едем грабить магазин. Ребята, мы даже еще дома не ограбили, вы понимаете? Но в магазине все будет гораздо-гораздо проще. Здесь вообще все супер просто. Мы просто сейчас кидаем бомбу, просто взрываем ее и забираем всю кассу, которая тут есть. Все, теперь Брайс сидел, нас ждал. Все, садимся и уезжаем. Теперь мы едем грабить фудмар. Сейчас, конечно, я тоже выбегаю грабить. Быстренько выходим, выходим. Здесь тоже нужно быстренько забрать кассу и просто уже бежать грабить какие-нибудь дома. Все, забираем всю кассу, мы забрали. Теперь садимся и выезжаем. Мы сегодня с Брайсом просто супер. Стой! Все, поехали, поехали. Все нормально, едем. Я, оказывается, не села. И теперь мы едем грабить чужие дома. Мы подъезжаем к первому дому. И смотрите, здесь вроде бы как кто-то есть или никого нет. Ну ладно, пофигу. Нам это не важно. Мы сейчас просто должны быстро ограбить чей-то дом. Так, забираемся сюда. Решила на диване посидеть. Ну, конечно. Отправляемся наверх. Все происходит супер быстро. Нажимаем на цветочек. У нас открывается сейф. Мы сейчас быстренько берем бомбу и нажимаем ограбить. Все, мы ограбили чей-то дом. Отлично. Теперь мы убираем деньги и открываем снова и отправляемся на выход. Да все уже, давай, пошли, пошли. Ну-ка, вылазь. А что ты мешок-то убрал? Вообще, что ли, больной? Блин, он взял просто мешок, убрал. Вот козел, Брайс просто подставил меня, офигеть. Я в доме застряла, капец, я застрял. Так, все, все, да подожди, да подожди. Все, поехали, поехали. Я еще, да, все, поехали. Мы ограбили дом, все, можно ограбить какой-нибудь следующий дом. Там ничего нет, куда ты едешь? Ты не туда едешь. Тут никакого дома нет, нам нужно на другую сторону. Быстрее, быстрее. Так, ребята, походу мы ограбим не в этой жизни, это какой-то следующий дом. Мы сейчас едем на ту сторону, чтобы ограбить там другие дома. Надеюсь, то, что у нас все получится, и мы реально ограбим полностью весь Брукхейвен вместе с Брайсом. Мы сейчас забираемся наверх. Ну-ка, поднимайся, тут куча домов. Брайс сейчас пойдет в один дом, я пойду в другой дом, потому что их реально много. Все, Брайс идет, я иду в дом Эммы, а Брайс идет в какой-то другой дом. Но есть одна проблема, я вообще не помню, где в этом доме находится сейф. Этот дом супер старый, так, но я уже в этом доме. Пожалуйста, пожалуйста. Я должна забраться. Да в чем твоя проблема? Так, я должна забраться в этот дом. Ребята, я супер жестко застряла. Блин, она пришла, она меня сейчас забанит. Она сейчас забанит. Это, походу, Эмма. Да, это Эмма, черт. Она меня сейчас забанит. Так, она хочет меня взять на руки. Отлично, отлично. Тихо, тихо. Джамп, джамп. Бежим. Нет, нет, Эмма. Все, это жестко. Нет, так нельзя. Это жесткая подстава. Короче, Эмма нас стопудово. Я надеюсь, что у Брайса все получилось, и он смог ограбить тот дом. Но я сейчас попробую ограбить последний дом, который у нас здесь есть, и все получится. Так, походу нет. Это дом какой-то Джессики, но, в принципе, это не важно. Мы ставим сейчас сюда спальный мешок. Все, проходим в этот дом, забираемся наверх. Я не помню, это вроде как бесплатный дом. И здесь нужно проследовать в большую комнату, да, вот в эту большую ванну, сесть на туалет, и тогда у нас открывается сейф. Да, все, смотрите. Нам сейчас главное ограбить этот сейф, и все, мы забираем все денежки и уходим. У нас закрылось. Ну все, можно просто телепортироваться, получается, к дому. И мы смогли с Брайсом ограбить весь Брукхейвен. Правда, я не знаю, где Брайс. Ребята, напишите в комментариях, как вам такая история.